Всем привет, всех приветствую, продолжаем наш хоррор. Короче, пишу сразу в подряд, потому что интересно, чем все-таки закончится. Возможно, мы ее пройдем просто на одном дыхании. Так, всю ночь я чувствовал их присутствие, страшилы следят за мной, поглядывая из тени. Я видел их красные глаза, сверкающие в темноте. Возможно ли, что они разумны? Может, это они управляют этим домом? Это вообще вопрос был, ну да ладно. Чё по хилкам? 3. Давай мы масло уберем. А возьмем вот это. Так, ну я уже вижу, куда мне нужно. Сейчас я посмотрю. Сюда. Ага, значит, ну как бы блогера мы видели, мы когда скатывались, он бежал быстрее нас, непонятно правда куда. Я блин думаю, давай дробаш возьмем. Residents of Whispering Lane report mysterious noises coming from one of the neighboring houses, which has been abandoned for many months. Я специально взял ебучий дробовик. Jack, can you hear me? We received a report from residents of Whispering Lane about disturbing noise. А, фу, ебать, я думал все заново. Я себе, блядь, приколы нахуй. А, у меня 70 хп. А почему у меня 70 хп? Если я на 100 лечился. Вообще как-то странно все произошло. Я же не понял. Я выстрелить не смог, я нажимал мышку. Кодовый замок, да? Понятно, блядь. Тут ничего нет, да? Нет, конечно. Кодовый замок. Один, два, три, ты серьезно? Это просто пиздец. Иногда выстрелы вообще сквозь куда-то, блядь, улетают нахуй. И... Так. Блять, это пиздец. Чё, это просто пиздец. Ключ от двери, это какой? Ты где-то видишь тут дверь? Отец такой, блять, прорисовкой всего, вообще не с прорисовкой, а с этим, блять, с видом мрачным таким, одно. Блять, как он, как они больно пиздят, я тебе говорю, это пиздец. 80 хп, я поздравляю, у меня закончились, у меня все хилки кончились. Вот так мы за секунду проебали все. Я беру все, я не знаю, блядь.
Да? Печально все. Блять, а у меня масло в сумке. Пять хп. Так, ну так 15, но у меня есть масло в сумке. Мы и так траву жрать не будем. А там вообще будем смотреть по этой, по ситуации. Потому что ситуации бывают разными, и возможно, придется жрать траву. Я чувствую, что страх наполняет каждый уголок этого дома. Я слышу шепот, чувствую холодок по позвоночнику. У этого места есть своя душа, своя жизнь. Я уже не уверен, что смогу сбежать. Возможно, это место не выпустит меня живым. Да, это он говорил, я помню. Смотри, у меня два набора медицинских по 50 хп, да? Да, по 50 хп. То есть у меня одна фу 15 и 100. Две полных и говна, короче, да. Ай, сука. Вот кто-то шарится. Куда теперь, блять? Так, еще одна хилка. Мне ж интересно, а какой тут, блядь, босс будет? Если тут мобы... В смысле, другой путь. Ну ладно, пошли. Сквозь летит, да ты заебала, Сквозь нахуй, сквозь, блять, летит. А, серьезно? А, нет. Это, да, это охуенно. Это шикарно. Когда у тебя летит сквозь... Ну вот тут же ж дырка, блядь. Поменялось. Ну иди сюда. Вот почему оно первый раз пролетело сквозь, нахуй? Просто, может, надо целиться. Residents of Whispering Lane report mysterious noises coming from one of the neighboring houses, which has been abandoned for many months. Additionally, a few days ago, some... А, студия одного человека, прекрасно. У меня два варианта.
Либо бежать. А, блядь. Я так понимаю, если он меня заметит, то мне типа пиздец. Ну, он вот. Он куда-то попиздил. Я взять не могу. Иди ты нахуй, блядь. Residents of Whispering Lane report mysterious noises coming from со своей, блядь, houses, аптечкой, которая хуй берется нахуй. Additionally, a few days ago, we received... Я просто не успею даже вставить ключ, он меня захуярит. Я ж не успею ключ вставить. Надо подумать. Хотя о чем тут думать, тут только бежать. Вот эти убежища, они меня не спасут. Тут вот здесь какой-то прикол. Я не знаю, где он. Не знаю, где он, но у меня получилось. Это пиздец. Сказать, что это было легко, ну как, рандомно. А чё это за прикол? Чё ты видишь? Да, а это оказался баг. Заебись. Ну, скажем так, создавал один чел. И выглядит это, в принципе, неплохо. Ясен хрен, что баги здесь будут. Это и так понятно. Некоторые студии создают игры, большие студии, большие компании. И тоже имеются баги, они их фиксят. Когда десятилетиями, блять, не могут пофиксить. Так что для одного человека это, скажем так, простительно. Да вот, блять, возьми хилку. Где лестница была? Где-то тут была... Ну, вот она. А, понял. Если нажимаешь пробел, короче, падаешь обратно на низ. Так, что у меня? Ладно, тут все нормально. Кстати, 5 хп... А, 5 хп хотел сказать добавить. Я ж воды
Я водички хлебанул. Через патроны на дробаш, а во-вторых, это чмо встанет. Не знаю, почему я так уверен, но почему-то я уверен. Шок для крови. Зачем? 35 хп. Зачетно. Я не пойму, куда мне нужно. Как он мажет? Ну или я так стреляю криво. Надо хил пожрать. Есть такое что-то на 40 хп, 35 пойдет. В принципе, их можно пиздить топором. Нравится мне вот это. Слишком большая локация. Кто? Ну тут пусть убивает. В общем... жесткий баг. Это даже не баг, это пиздец какая ошибка. Это серьезная проблема этой игры. У тебя просто в момент теряется пизда, все заново нахуй. Да, все заново. А вот это подъёб. Это подъёб. Это серьезный подъёб. Это прям подъёб, подъёб. В этот раз с них, короче, ничего не падает. Яблоко, да? Давай схаваем. Блин, я надеюсь, яркость не пропадет. Хотя все печально.
То же самое, я не знаю, что происходит. В общем, пробую отползти, не знаю. Я вот, в принципе, прополз. Ты представляешь? Ты представляешь, надо было просто по кругу. Ой, твою мать, надо было просто по кругу проползти. Какой это пиздец. Какой это ужас. Я не знаю, сколько на это потрачено было времени. Оно просто пропадает яркость. Все. Я, если честно, думал забить. Вот не знаю почему. Сразу мысля пришла просто забить болт. Выйти. Знаешь, что мне еще кажется? Что я просто иду назад. Хотя она пишет, что типа продолжайте двигаться вперед. И все такое в этом духе, но что-то мне кажется, мы идем назад. Ну вот видишь как. То есть мне все равно надо с этим боссом что-то делать. Все, мне пизда. Будем сейчас думать. А, вот, заработало. Багов очень много. What? It was just a bad dream. There are new messages on the answering machine. Так, проверьте сообщение на автоответчике. You have one new message. Одно сообщение. Jack, it's Sarah. Джек, это Сара. Я знаю, что ты только что вернулся из участка, но в городе начались беспорядки, и все офицеры заняты. Кроме того, жители сообщают о проблемах на шепчущем переулке. А мне некого туда послать. Отправляйтесь в участок как можно скорее. Шепчущий переулок, беспорядки в городе. Это прямо как мой ночной кошмар. Так, телефон и ключи. Ключи есть. Телефон где? Сейчас найдем. О! Все, пошли. Police officer Jackson вот так вот, нет. Все ничего, все ничего, если бы не вот этот вот баг. Извиняюсь, что-то аж зазевал. Выйти на платформу и сесть в поезд. Вот это, да? Ну, я на платформе. У меня только ключи и телефон. Что это значит, непонятно. Ну, время. Я не знаю, где он. Что это, блядь? А где мой вагон? А, это... Я уже, блядь, эту игру боюсь. Да, очередной, да? Нет, это не баг, это...
Надо ходить, кнопочки нажимать. Это нужно ходить, нажимать кнопочку. И где нужно? Все закрыто. Это, скорее всего, вообще не мой поезд. Нет, мой поезд. Нет, это мой поезд. Все-таки. Сука, реально страшно, блядь, из-за того, что ты можешь поймать ебаный баг. Ну, конечно же. What happened? Why did we stop? Так, нужно узнать, почему остановился поезд. Знаешь, в эту сторону. Я думала, что все закончилось, но это было не так. Я проснулся в своей комнате, собрался на работу и поехал на метро. И вот тут-то все началось. Если вы читаете, понятно. То есть там мы прошли, это теперь новая локация. Ебать. Ну смотри. Самое же страшное — это получить баг. Но мне непонятно. Я, ну, понятно, что разраб один, но. Ха! Ну извините меня, блять. Проверить игру на жизнеспособность, скажем так. Police officer Jackson Harrowfield wakes up from a nightmare and finds himself in his apartment. His heart raced faster at the thought of the message he received from Sarah regarding Whispering Lane. Кто это был? Сюзанова, нахуй. А если мы не пойдем на метро, съебемся отсюда? Нет, мы не съебемся отсюда. Так, где-то тут наша кнопочка. Сук. Все, поехали. Мы сейчас это сохранимся сразу, чтобы не начинать каждый раз заново сохранить. А, но я выйти не могу. А что если узнать? Нет. Возможно, есть выход. Ну вот смотри. Варианта два. Или один. Я не понимаю. Jackson Harrowfield wakes up from a nightmare and finds himself in his apartment. His heart raced faster at the thought of the message he received from Sarah. В какую сторону идти, блять? Ты ж понимаешь, если я выйду... А узнаете, почему поезд остановился в туннеле? Как? У кого? Зачем? Может, кстати, записки. Over, так, если вы увидите что-то необычное... Если увижу что-то необычное,
Мне нужно вернуться в предыдущий вагон и закрыть дверь. Бред. Ну, мы так... Нихуя не понял. Всего, блядь, два вагона. Смотри. Так, странные аномалии, но если вы увидите что-то необычное, немедленно вернитесь в предыдущие вагоны. Помните, не забывайте закрывать дверь. Бред. Я нихуя не вижу. Может нажать? Здесь два вагона. Не понял. А, то есть первую я прошел. Или нет? Нет, не прошел. То есть я должен запомнить. Ну пошли. Я понимаю, что это бред. Но я нихуя не вижу. I thought it was over, but it wasn't. I woke up in my room, got ready for work, and took the metro. Как понять, что-то необычное, блять? Что необычное? Ну, я только слышу звук какой-то необычный. Это пиздец. Это первый вагон, и хоть ты убей, блядь. Что тут может быть необычного? Давай просто разберемся. Что ебать тут необычного? По-моему, ничего, да? То же самое, блядь. Видишь? Это я не понимаю. Увидите, Гарри, что-то необычное, пиздуйте назад. Вот я слышу необычный звук, все. Я не врубаю, что мне нужно делать. То есть это как с поиском аномалий, правильно?
Аномалии, говорит, появляются из ниоткуда. Я ничего не вижу. Кроме звуков, я не вижу тут ничего. Нихуя. Записка та же, да? Over, ну, одну вот я заметил. I thought it was over, but it wasn't. I woke up in my room, got ready for work. Я, правда, не знаю, как это работает. Я увидел аномалию. Пошел назад. Просто... Блять, обновился вагон и все. Ну, я считаю вот это все заново, блять. Ай, все заново, ебать, наверное. Я думаю, радио — это аномалия. Нет, блядь. Или да, блядь. Или нет, блядь. Звук — это аномалия или нет? Ну и напихали, конечно, блядь. Аномалии, хуяли. Ну, здесь ничего нет. Но мы начинаем заново. Я вернулся в предыдущий вагон. Отошел к краю. Иду вперед. Смотрю внимательно. Ну, я думаю, тут будет... ну, какие могут быть тут аномалии? Кровь. Хотя я, блядь, не уверен. Увидеть бы многие, ну, я имею в виду все аномалии. Все заново. Все заново, я не понимаю. Звуки считаются за аномалию? Вроде нет. Вроде как звуки не идут за аномалию. Я не понимаю. Каждый раз, если теперь мы начинаем заново, у меня не хватает нервов.
все. А, то есть я должен отойти назад. Теперь я должен пойти вперед. Нихуя. Или я добрался? Найти ключ. Я добрался? Я добрался. А, цель обновлена. Понял. Бежим. Не оглядываемся. А, блядь, что? Нужно, короче, смотреть вперед. Хотя смысл смотреть вперед, где поезд? И как вот это чудо растворилось вот там вот в стенке просто, блядь. Тупик. Сейчас что-то будет. Не пойму, блядь. Это в игре звук, в реальности, блядь. Уйя, непонятно. Вот звуковое сопровождение охуительное, но все остальное... Не, да и все остальное, в принципе, неплохо. Баги. Вот что портит вообще все впечатление. Кстати, вот это тоже может быть баг. Я даже не знаю. Давай смотреть. Я не знаю. Ну, я так понимаю, мне к ней... Ой, блядь. Конец. Все. Отмучались, нахуй. Нет, еще не конец. Улица закрыта, дом окружен. Сара, ты готова? Готовы к действию, мы входим. Удачи. А, вот и все. А, в целом, игруха неплохая. А, все впечатления об игре портят баги. Это просто пиздец. Я потратил лишнего времени, но я даже не знаю сколько, ну много. Очень много времени я потратил чисто на то, чтобы пропустить эти баги, чтобы игра, блядь, начала работать нормально. Но берем в учет то, что это, скажем так, студия состоит из одного человека, поэтому ему это как бы простительно. Я думаю, дальше будет лучше. Ну а вам я желаю приятного просмотра. Всем пока.